Сегодня в приемных семьях живут не только дети, но и престарелые больные люди. Эта программа разрабатывалась как стационарозамещающая. Опыт оказался успешным, и сейчас уже 27 семей взяли к себе в дома приемных бабушек и дедушек. Материал Владимира Полонкина. Над водой березки, елки, дым рыбацкого костра. Тамара Николаевна Барнашова и Людмила Меркулова поют вместе уже давно. В свое время дружили их семьи. Мать у Людмилы ушла из жизни, а затем умер муж Тамары Николаевны. Меркулова без колебаний взяла больную пожилую женщину в свой дом и обеспечила ей уход. Отлично ухаживает. Просто все. И все чистое, все это. И покупают покупки. Я говорю, да мне, у вас надо до 100 лет жить. То подарки на 8 марта, то на день рождения. И прямо не знаю. Я говорю, да мне вообще не износить. Тамаре Николаевне 81 год. Женщина страдает диабетом и остеопорозом. Людмила делает ей уколы, следит за приемом лекарств. Она считает подругу матери близким человеком. И это для нее главное. А все, что касается хлопот, то, как говорит женщина, к трудностям уже привыкла. Лямка у меня какая? Мама была у меня тоже инвалид первой группы. И тронулась головой. И как-то я так не перехожу из этого состояния, даже не выхожу, не успеваю выйти, как у меня другая уже созревает, другой объект. Вот для этого ухода. Приемным семьям, где живут престарелые больные люди, не способные самостоятельно ухаживать за собой, полагается и материальное вознаграждение. Но чтобы избежать возможных мошенников, процедура устройства в семью пожилых людей четко прописана. Выплата – это 6400. То есть сумма, конечно, небольшая. Но здесь мы говорим о том, что пожилой человек приходит в эту семью со своей пенсией. И поэтому от пенсии тратится 75%. Если даже бабушка уходит жить в эту семью, то есть жилье остается за ней. То есть оно никуда не денется. То есть это одно из условий, что жилье никуда не исчезает. Как говорит помощник пожилой женщины Татьяна Смекалова, квартирный вопрос относительно своей опекаемой ее никогда не волновал. Никакого интереса у нас в том, что какие-то перспективы заполучить жилье, естественно, нет. А потом, даже если бы и были эти интересы, то я никогда бы на это не пошла. Татьяна Смекалова знает эту женщину с редким именем Рамуальда Никифоровна уже многие годы. Буквально зайдя в эту квартиру на улице Туманова, сразу видно, что здесь живут родные люди. Это ощущается по их взаимоотношениям, по их чувству юмора. И самое главное, по тому, насколько им важно заботиться и переживать друг о друге. У Татьяны родители умерли, когда ей было всего 13 лет. И в то время ее учитель математики Рамуальда Никифоровна практически сделала ее своей приемной дочерью. Через несколько лет их семья пополнилась еще одним ребенком. Я-то неофициальная, просто вот моя учительница. Я так, как котенок, приблудилась, прижалась и уже на всю жизнь отойти. А маленькую-то мы 2 года, 2-летнюю взяли из дома ребенка. 2 года 4 месяца ей было. Сейчас уже Татьяна официально взяла в свою семью 82-летнюю Рамуальду Тележкину как приемную бабушку. А пожилая женщина перенесла 2 операции на головном мозге и сегодня требует ухода. С ней мне живется хорошо. Она все покупает, она все делает. Таня за мной смотрит и уколы делает, и что угодно делает, и все лекарства дает. Она все понимает. По выдаче. Престарелые люди ощущают себя полноценными членами семьи. В области таких приемных семей уже 27. И, как свидетельствуют специалисты Департамента труда и соцподдержки, ни одна из них не распалась. Владимир Балункин, Алексей Карашев, Вести, Ярославль.